Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ. Добрый вечер вам, Иван. Здравствуйте. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Иван Григорьевич, ну, смотрите, вот, знаете, вот когда мы говорим о заявлениях со стороны наших партнеров о том, что да, вот две войны реальные там на поле боя, но это понятно, и гибридные в отношении стран НАТО провоцируя, то, вы знаете, хотелось бы услышать со стороны стран НАТО, да, как они отвечают, да, не только обороняясь, а, может быть, уже стоит задуматься о том, чтобы как-то вот на эти атаки отвечать более, возможно, зеркально, более адекватно, возможно, даже более агрессивно. Как вы это видите? Конечно, совершенно разделяю ту мысль, что при сегодняшней агрессивной политике России страны, наши партнеры совершенно спокойно и без угрызений совести могут начать серьезную пропагандистскую работу на территории России. Поскольку все понимают сейчас, я думаю, уже это совершенно не секрет, в том числе для наших партнеров, что Россия создала из своего населения зомби, по сути, которая отравленная информационной атакой, постоянной, многолетней, многодесятилетней, по сути, превратились в общество, люди на России превратились в общество, не способное рационально мыслить, совершенно поэтому несущее вместе со своим фюрером угрозу не то что соседним странам, а всему остальному миру. Конечно же, объяснить россиянам, что означает быть частью тоталитарной российской системы, что означает и дальше исполнять политику Путина, это первое, на что могут и, наверное, должны сконцентрироваться наши партнеры, используя, да, небольшие, но вместе с тем, поставив задание, можно развивать эти возможности, которые есть сейчас. Небольшие, потому что Россия, конечно, как и любое тоталитарное общество, прежде всего заинтересована, чтобы оградить своих граждан от альтернативных источников информации. Именно поэтому россиянам кажется, что, ведя войну против Украины, они вдруг в какой-то момент могут все остановить, и у них будет все как прежде, все как раньше, они будут также восхищаться своим будущим, также чувствовать себя достаточно хорошо и сильно, им очень быстро, например, все общества забудут те беды, проблемы, которые они принесли. Они считают, например, они совершенно не понимают, что им нужно будет платить репарации. На протяжении многих поколений они вынуждены будут оплачивать результаты путинской политики, которую они, пускай не единогласно, но за небольшим исключением поддерживали. Российскому обществу можно и нужно объяснить, что ядерный шантаж и любое использование ядерного оружия ударит прежде всего по им, по этим людям, которым кажется, что в результате ядерной войны все вокруг погибнет и превратится в ядерный пепел, а они будут веселиться и радоваться на руинах городов европейских и на костях людей, которые погибнут. Почему-то вот это вот совершенно нерациональное, сумасшедшее понимание будущего мира у россиян очень глубоко сидит. И вот жестко ломать хирургическими методами информационными, не боясь никаких серьезных, это лучше. Вылечить это общество не получится, но серьезно заставить его задуматься о своем будущем и начать не сопротивляться лечению, это лучше, чем ракеты. Во всяком случае, это лучше, чем уничтожение. Они идут к своему уничтожению. То есть, если это может каким-то образом их остановить от самоуничтожения, то, в принципе, это будет хороший результат. Именно не потому, что у нас особые сентименты к россиянам, ни в коем случае. Это потому, что мы понимаем, что продолжение именно горячей войны против Украины, да, оно, в конце концов, осушит и российскую экономику, и убьет российское общество. Но вместе с тем мы понимаем, что за это цену свою будет платить Украина и, к сожалению, кровью и жизнями своих граждан. Поэтому, конечно же, мы заинтересованы, чтобы как можно раньше это общество начало лечиться.
Да, оно будет нести ответственность. Поэтому, конечно же, очень многое, что можно делать. Ну и в тех методах, которые являются довольно жесткими, это, конечно же, работа с информационным пространством. Это работа в IT-сфере, в киберпространстве. Многие вещи, которые, по сути, наши союзники не очень практиковали, но это будет при сегодняшней ситуации, это будет очень легкая терапия для российского общества. И, конечно же, да, кроме информационных, не нужно забывать об остальных санкциях. И самое главное, это помощь Украине оружием. Но это мы уже с вами отошли от сути вопроса. В информационном поле есть над чем очень сильно поработать, чтобы россияне, в конце концов, поняли, что они живут в реальности, а не в том мире, который создал им Путин. Ну и вот давайте о реакциях, да, вот все-таки в скором времени, а именно с 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, посвященный 75-летию Альянса, и мероприятие должно быть использовано, конечно же, лидером не для празднования истории, а для того, чтобы творить ее, предоставив Украине приглашение к вступлению. Об этом написал в колонке для издания The Hill старший научный сотрудник Гудзонского института Люка Кофи. Предстоящий саммит НАТО сосредоточится на укреплении долгосрочного успеха Украины, заявил накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен. Давайте услышим и потом обсудим. Мы обязуемся как в индивидуальном порядке, так и в рамках работы, которая будет официально проделана на саммите НАТО, поддерживать Украину в создании сил сдерживания будущего, способных отражать любую агрессию и при необходимости бороться с ней. Также каждое соглашение, которое в будущем подпишет Украина с партнерами, по прогнозам будет рассчитано на более чем 10 лет. Это станет четким сигналом о том, что каждый из нас нацелен на долгосрочную перспективу. Многие эксперты говорят, что не стоит ожидать там приглашения, да, какого-то официального Украины в НАТО, там некая будет совсем другая формулировка, которая будет гарантировать вступление Украины в НАТО. Ну, по крайней мере, даст сигнал Украине в первую очередь. Ну и, естественно, здесь должен считаться сигнал для всего мира, в особенности Российской Федерации. В свете этих встреч Путина с Ким Чен Ыном в КНДР, а также его посещение Вьетнама и соглашение, которое он подписал с лидерами этих стран, с Северной Кореей о всеобщем, да, партнерстве и, конечно же, дальнейшего расширения военного сотрудничества. Если там не точно эта формулировка, но смысл в том, что в случае нападения на одну из этих стран они должны обеспечить защиту друг друга. Во Вьетнаме, на что я обращаю всегда внимание, углубляющее сотрудничество, в том числе меморандум о строительстве Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. Будет ли эти встречи, подписаны эти документы, да, договора между этими странами, влиять на повестку дня заседания в Вашингтоне на юбилее? Как вы считаете, и что может измениться вдруг, посмотрев Запад на то, что происходит, как выстраивается ось зла и укрепляется, по всей видимости, принимать некие решения и, возможно, даже по отношению к Украине. Да, понятно, что этот саммит, как и прошлый саммит, происходящий в Вильнюсе, он показывает, что в динамике, что Украина, нападение России на Украину и война России в Украине с Украиной сейчас – это важный аспект мировой политики, и мы видим, что наши партнеры, в том числе на военном уровне, а этот саммит – это, по сути, высший военный орган стран НАТО, все больше понимают роль и значение обороны Украины, место Украины сейчас в мировой истории, и понимают, куда двигается и как двигается Россия. Конечно же, да, мы тоже не ожидаем от этого саммита приглашения в НАТО, быстрого вступления. Мы понимаем, что сейчас нам важно, чтобы было системное обеспечение Украины вооружением, чтобы происходили совершенно реальные, а не теоретические вещи, о теоретических конструкциях есть, они определены, они озвучены и нами, и в части поддержаны нашими партнерами. Мы понимаем, что мы движемся к НАТО, мы говорим об этом на всех площадках международных, но вместе с тем понимаем, что сейчас обстоятельства
такие, что мы можем более эффективно свои усилия направить на то, чтобы страны НАТО помогали предметно Украине вооружением, технологиями и, конечно же, своим влиянием в мире среди других стран на то, чтобы Украина была более конкурентоспособная, более сильная в этой войне. Что касается сейчас желанию России расширить ось зла, то, что они стараются проговаривать и ищут коврижки для Вьетнама. Вьетнама, который только начинает на протяжении нескольких крайних лет, начинает выходить на уровень какой-то экономической стабильности, то это очень опасные для Вьетнама игры. Сейчас Россия им предлагает игры, могущие поставить крест на всех перспективах вьетнамского развития вьетнамского общества. Но вместе с тем Россия что предлагает? Она предлагает совершенно вопреки всем 50-летним, наверное, решением и в формате Организации Объединенных НАТО, извините, Организации Объединенных Наций и в многих-многих двусторонних форматах, во многих форматах коллективной безопасности, а не распространение ядерного вооружения, сокращение этого ядерного вооружения, а контроля за ядерными вооружениями. Россия сейчас предлагает совершенно сумасшедшее конструкции, то есть она готова делиться ядерными технологиями, она поломала все свои предыдущие обещания, все предыдущие системы сдерживания, в которых она была, она распространила сейчас ядерное оружие на территории Беларуси, она готова делиться технологиями со страной, которая не была никогда ядерным государством, это Вьетнам, она не являлась членом клуба ядерных государств, в то время, когда Украина и Беларусь, например, тоже имели доступ к ядерному оружию после развала Советского Союза и в Советском Союзе, конечно же, то мы понимаем, что сейчас еще один вызов перед странами НАТО. Россия ищет сумасшедших самоубийц. И это самоубийцы, конечно же, и диктаторы, готовые нажимать на ядерные кнопки вопреки ожиданиям своего населения. И чего греха таить, и население есть, которое поддерживает таких диктаторов и готово поддерживать его даже ценой своей смерти. Поэтому, конечно же, Путин ищет по миру таких сумасшедших, готовых воспользоваться в интересах России, конечно же, и в интересах продолжения жизни и существования, скорее, Путина как диктатора России. Он ищет тех, кто готов будет в ядерной войне совершать тягчайшие преступления против человечности и мира. Поэтому да, это очередной вызов сейчас, и страны демократии, страны, наши партнеры вместе с Украиной, конечно же, должны задуматься о том, каким образом мы можем остановить это коллективное сумасшедшее, пускай сумасшествие, пускай в небольшом коллективе, но эти обезьяны, к сожалению, имеют доступ к ядерному оружию. Иван Григорьевич, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились. Но на самом деле очень важная тема, и будем смотреть на то, как, в принципе, да, и союзники Киева, и там, давайте так, если мы не говорим об ООН, но мы говорим по поводу и НАТО, да, должны отвечать на вот эти вояжи диктаторов, да, соответственно, друг к другу. Спасибо вам за разговор, благодарим. Иван Варченко, эксперт по вопросу национальной безопасности, военнослужащий ВСУ, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.